Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Внучаты, всем привет, с вами я, дедушка Гренни. Короче, сегодня событие века случилось. Короче, у бабки Гренни день рождения. Да, я не шучу. Вообще не шучу, у бабки Гренни сегодня день рождения у моей старухи. Короче, я вам кое-что объясню, но только попозже. Короче, надо бабку сейчас как-то отсюда выгнать. Да, внучатый, просто взять и бабку отсюда прогнать из дома. Только как сделать это, внучатый? Потому что я придумал ей, короче, кое-что сделать. Вот, в доме пока ее не будет. Но вначале вы сейчас, внучата, обязательно откройте комментарий и поздравьте бабулю. Я ее потом в комментарии пошлю. Она их почитает. Вот, так что вы, внучата, сейчас уж меня не подведите, чтобы я мог сказать, смотрите, какие у меня внучата. Перед бабкой-то похвалиться, что поздравляю там туда-сюда. Так что, ну, поздравьте ее там. Это, вот, я буду вам премного благодарен. А, в общем, сейчас я вам все расскажу. Но потом. Сначала бабку. Бабка, просыпайся, бабка, срочно, бабка, вставай. С почты звонили, тебе надо какую-то срочно посылку забрать. Давай, иди. Иди, что ли? Да я не знаю, иди уже. Ой, ну сейчас, прям сейчас звонили. Да, прям сейчас звонили, да, ты спала просто. Давай, иди, давай. Ладно, хорошо. Давай, иди, ага, давай. Что-то на почту? А прям, да, ну, да. Прям с утра? Да, прям на почту, ага, давай, пока, ага. Так, ну все, короче. Понимаете, да, у нее очень серая комната, да и вообще наш дом весь серый, но дом-то я переделать не успею, а вот комнату праздничными, вот такими вот штуковинами я сделать так точно смогу. Короче, такой будет пол, а стены будут прямо из печеньевых этих блохов, их, короче, ломаешь, и там прям печенюхи падают. Бабка всегда любила такие печенюхи, поэтому я думаю, что ей понравится. В общем, эти печенюхи очень хорошие. Так, это все уберем, это все, потом все шариками сделаем, так. Главное, чтоб старуха быстро не пришла. Хотя туда почта-то пёхать-то не так уж и близко. Но бабка-то, наверное, сломя голову, сейчас побежит, думаю, что что-то важное. А потом, короче, надо будет придумать, что кто-то еще ее позвал. Ладно, потом прости, дед, наверное. Так, это все, весь хлам ее выбросим. Так. Полы почти готовы. Так. О, вот, отличненько. Туды-сюды, так. О. Так, отлично, делаем полы. Так, полы уже почти карамельно-фруктовые. Дед. Ой, бабка пошла. Бабка, а! А, дед? А! А баб, мне на почте сказали, да, никто не звонит? Да это Зинки, короче, ей Зинки доставили. Это все, беги к Зинке, это все у Зинки. А что доставили так? Да я-то откуда знаю, Зинка просто мне звонила, сказала, что бабке передать, а телефон-то у меня нету, сел, короче. Ну, давай, ага. Да, да. Ладно, к Зинке, чё? Так. Я к Зинке схожу, к корзинке. Ага, вот только бабка-то... Старая клюшка, телефон не взяла. Так, и бабка-то побежала туды. А я потом скажу друг другу Зинке, которая в другой деревне. А потом уже внучата... Бабка, кажется, меня раскусит. Но я надеюсь, к тому моменту я уже все успею сделать. О, так. Ну, теперь делаем на главные красивые стены. Глядите, какая красота. Ох ты ж. Да. Такс. Отличненько, делаем дела, внучаты, я надеюсь, вы каждый поставил лайк, подписался на канал и написал в комментариях поздравления для бабушки. Вот, надеюсь, вы меня не подведете. Так-с, отлично, сюда, так, отличненько, так-с, все здорово и суперски. О, так, ну слушайте, ну по-моему, мы успеваем, нормально делаем, 1,5 стены осталось. Так, отлично. Дед? А, да, чё такое, бабка, чё? А чё Зинка сказала, я ничего не звонила же. А ты к какой Зинке входила? Корзинке, которая... А, так не к корзинке надо, в ту подземную деревню-то надо, ну. К Степановне, шо ли? Зинке Степановне, да. А чё за розовый такой, это чё такое было? Да я не знаю, разбираю я там себе этот, внизу, да, давай, ага. А, туда, то есть туда надо к Зинке сходить, да. У неё какая-то посылка, ага. У меня. Да. Ну, ладно, сейчас слета быстренько. Ох, ну чё, ты чуть не спалился. Так-с, о, отлично. Так, делаем дела. Так, отличненько.
Так, ох, так, вот так вот заставляем, внучаты, заставляем, все. Так, усыпевать. Блин, так, немножечко сюда, немножечко еще. О, супер, внучаты. Процесс идет очень хорошечно, очень достойненько. И я считаю, что я полностью всем доволен. Так, о, готова комнатка, готова. Так, суперски, теперь надо шары поставить. Шарики, о, так, отлично. Тынь-тырин, тынь-тынь-тырин, тынь-тынь, о. Сюды. О, хе-хе-хе. Так, ну слушайте, красиво. А крышу можно попозже. Или тоже сейчас начну переделать, а бабка придет вместе, тогда и доделаем. Ой, правда, ругаться на меня поначалу будет. А скажет, дед, ты шо, совсем сдурел? Так, а я что-то сейчас не поняла. Это что за розовая стена? Какая стена? Это что такое? Бабка, лети сюда! Бабка! Что это такое? Я не поняла. Это что, мой ковер валяется? Бабка, ты где? Куда мой ковер тут взялся на первом этаже? Бабка, иди сюда. Не поняла. Короче, я сделал тебе сюрприз. Бабка, поздравляю! И с днем рождения! А где моя кровать? А где моя? Да, бабка, я все выбросил, то рухлядь очень старая. Вот теперь современная комната. Розовая комната для бабки. Да. Черный балет. Да. Это что такое? Это печеньки. В розовом печенье будет жить? Да, бабка. Как ты мечтала? Ну ты, конечно, и придумал. Ага. Я хотела, конечно, на тебя наорать. Ну ладно, не буду, мне нравится, потому что... Да вот. Так, короче, давай только потолок не вписываться в мою тему. Ну сейчас потолок-то поменяем. Всё, ты, короче, поменяй, а я пошла на стол накрою, и тебя позову. Хулигану позвони, пригласи нет, его на торжество. Нет, мы отмечать будем завтра, сегодня с тобой вдвоем. Как это? Сейчас я торта на нафига. Это как так-то? Бабка, я хулигану с утра звонил. Ну и шо, пусть сидит дома, ничего страшного. Так он тоже сейчас с подарком придет. А, ну если с подарком, то пусть приход. Да. Так, сейчас я поставлю... Бабка, ну будет хорошо, если ты ему позвонишь и скажешь, что ты это... Ладно, сейчас позвоню. Дай, пожалуйста, выложу, что магазин купила. А что ты купила? Так сейчас придешь, посмотришь, как потолок доделаешь, так приходи. Ладно, может, поможешь мне с потолоком? Так, а сейчас подожди, сначала стол накрою, хулиган, ну ладно, позвоню, ладно. Потом поможу. Хорошо, так, хорошо. Ты без меня не можешь сделать, что ли, ничего? Да я все бы мог. Ну вот и все, мог-то не мог. Да смог уже. Так. Алло, хулиган! Алло, бабушка, привет! Здорово, что делаешь? Поздравляю тебя с днем рождения, подарок готовлю. Спасибо. О, подарок это мне нравится. Слушай, мы тут с дедом праздновать собрались, через 10 минут приходи на торт. О, правда? Хорошо, тогда фейерверки сейчас возьму и приду. О, фейерверки давай, это вообще хорошая тема. Ага. Все, давай ждем. Бабка, ну что там? Ну, хулиган сказал, фейерверки захватит. О. Кого? Всё, я накрыла, стол. Кого? Ох ты ж, так фейерверки подожди. Фейерверки будем пускать, бабка, звони ему, говори, чтобы не брал. Почему? Да я ж те ж фейерверки с картошкой гнилой сделал разыграть хулигана. И сейчас он тут подорвет, ты шо, бабка? Ой, не надо так. Звони, отменяй. Алло! Алло, бабушка, что такое? Хулиган, а не бери фейерверки, дед. А что такое? 800 штук. А, ну ладно, потом здесь деревню повзрываем, ага. Потом у тебя там это подзрываем, ага. Давай, пока. Давай, пока. Ну шо? Фу, дед, ты шо, ты чё, гнилую картошку не подзрываешь? Было бы весело. Ой, я не... Вот это было бы весело, если бы мы все ходили в гнилой картошке. Ладно, короче. Короче, ждем хулигана, я пошла наряжаться. Давай. Короче, внучата, мы сейчас пойдем отмечать, а вы сейчас обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, короче, всем удачки, всем пока.